Привет, друзья! На этот раз я предлагаю на ваш вкус очень-очень популярную песенку. Ну, разумеется, популярная еще она была в 30-е годы прошлого столетия. Точнее, в 1930 году на экранах Америки появился фильм под названием «Вуппи». В этом фильме прозвучала впервые песенка под названием «My baby just cares for me». Ну, что в переводе означает «моя детка обо мне вовсе не беспокоится». Написана была песня авторами Уолтером Дональдсоном и Гусом Каном. Ну, а потом и пошло, и поехало. Песня стала набирать сумасшедшие обороты, и я бы сказал, до сих пор имеет свой высокий рейтинг и входит в репертуар популярных исполнителей Америки. И вот хотелось бы у вас спросить, помните мое задание относительно музыки к фильму «Ла телефониста»? Я просил вас постараться запомнить тот самый мотивчик, напеть его, просвистеть на следующий день после прослушивания. Та мелодия находится в моем плейлисте под названием «Саксофон». Так вот, и на этот раз я даю всем вам задание просмотреть этот клип и буквально завтра по дороге на работу утром, ну, или по дороге еще куда-то, это уж кому как придется. Так вот, напеть или насвистеть эту замечательную песенку. И все это для тренировки вашей музыкальной памяти. Всем удачи, ребята! И напоминаю, что я выхожу в эфир регулярно по вторникам и пятницам вечером в 18:00. Время поменялось, как, впрочем, и погода. За окном снега-то я не вижу, а Новый год уже у порога. Эх! Опять погода подвела. Ну что уж тут, Ну да ладно. И еще. А все, у кого есть современные телевизоры, так называемые смарт-телевизоры, пожалуйста, включайте на Новый год мой канал на полную катушку. Канал в Ютубе, который называется «Музыкальный журнал Рифкат Икс Бэнд». Уверяю, вам будет весело, развлекательно и замечательно. Вы проведете Новый год под мою музыку и песни. Итак, смотрим и слушаем «My baby just cares for me». Поехали! Expensive things, she's sensible and